나는 우울한 숨진 꿈에는 내 life in bottles. 왜 날이 at the golden flashback? No, every day in Chicago. Some people like the way it feels. Some people want to kill. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, у микрофона Максим Алексеевич, который проснулся совсем недавно, не может раздуплиться. Хочу вам показать одну игру, нам ее прислали в Steam в качестве куратора, типа Последний фронт или что-то типа того. Игра должна быть в теории бесплатной, я как бы хз. Слушайте, все пиксельное, все очень простое. Типа, настройки тоже тут достаточно простые. Ну, давайте я вам часть геймплея покажу просто и залью на ютубчик. Простая стрельба. Задача просто обороняться. Анимации, как вы здесь можете заметить, достаточно минимум. Я не знаю, будет ли эта игра бесплатной. Он даже не регает, что ли. Нажимаешь стройка, ничего не ставится. То есть у нас есть 1600, да? Вот, пистолетная турель 500. Ну, она просто не ставится. Типа, ну, должно же быть все просто, правильно я понимаю? Я хз. Итак, по раундам. Не понимаю, почему это должно, типа, зарегаться, ты должен сначала погибнуть. Мне вообще непонятно. Типа, деньги есть, опыт есть. Ну. Дальше, скорее всего, пойдет в ускоренном режиме видео. В теории. Посмотрим. Там еще есть разные пушки, короче говоря. Помимо турелей. Так, уже стучаться. Ну, здесь понятно, что ты уже не открываешь просто. Потому что у тебя какой-то тульский пряник. Смотри, прям ломится. База уничтожена. О май гад. Опыт есть. Сохранился. Турельки. Турельки надо за опыт изучить, короче, а потом только использовать. Ну это, блядь, бред кошачий. Собачий. Что за блевота, типа? То есть я должен наиграть это все. Короче, я должен это наиграть. Также у этой игры есть достижения. Ну это так, чисто позалипать. То есть тут ничего такого прям супер серьезного не будет. Музыка обычная. Такая динамичная. Я так полагаю, без разницы, куда же стрелять. Ломятся, блять. Ну тяжело с такой дырдулитиной играть. Опять же таки, строить нам ничего нельзя, потому что мы это типа не изучили. То есть тут просто пока фактически сколько выживем. Либо они хотя бы медленнее, когда по ним шьешь. Тоже смотрю разные по урону, типа. Ну вот что за бред, блядь. Половина пуль прям по нему не проходит, капец. Сука, что такое, блядь?
Вот ты ломишься, блядь. Базу уничтожу. О май гад, Aftermath. А, это просто, типа. Ну, нам бы турель изучить, ну ёпта. Поставим или чё, пушку прокачаем. И достижения появились тут, у них есть достижения. Достижения, скорее всего, пропорционально изучением, то есть он тут хитрожопно сделал. Ну, либо ставить легкий уровень, короче, получается, фармить. А пушка-то у меня, типа, попрокачанная или что? Что, лучше урон появился или что? Что за кибры, блядь? Смотри, он здоровый. А урон идет по нему, нет? Полетели. Ну, уже бак ломается на легком уровне. Так, еще уведомление уберем. А, то одна громила осталась. Разминочка перед кэсочкой.
Ну, короче, как-то так. Ничего такого сверхъестественного, наверное, здесь нету. Просто небольшие зарубы в пиксельном варианте. Чисто достижения повыполнять и не более того. На этом, наверное, закончим данную бродилку. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. На связи. Пока.